Иран передал Армении ракетные комплексы. Как передает Ахар Ас со ссылкой на тренд, в октябре Иран тайно отправил в Армению 600 ракет иранского производства. Ракеты были не проданы, а переданы безвозмездно. 500 из них – это управляемые противотанковые ракетные комплексы типа «Дехалавай» и 100 единиц «Алмаз». Отметим, что ракетный комплекс «Дехалавай» был разработан в 2012 году по заказу Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, а комплекс «Алмаз» в 2021 году по заказу сухопутных войск Корпуса стражи Исламской революции. Следует также напомнить, что уже несколько дней в местных СМИ публикуется информация о проходе 14 граждан Ирана на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Посольство Ирана в Азербайджане до сих пор не прокомментировало данную информацию. Предполагается, что через этих лиц Иран передал часть этих ракет также сепаратистско-террористическим группировкам в Карабахе. Учитывая важность распространяемой информации, Ирану следует дать разъяснение по вопросам передачи Армении ракет и своих отправленных в Карабах гражданах. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.